отдыхающие, которые хотят приехать отдохнуть в Азорное. Сегодня на обзоре у нас пансионат Сандалей. Это морская 100. Вот на заднем фоне этот пансионат. Сейчас прогуляемся, покажу вам условия, а также цены. Так, вот, ребята, смотрите, такой номер. Односпальная кровать, двухспальная. Все в цвете белом-синем, как обычно сейчас модно все делать. Полочка такая красивая. Потолок у нас с отражением, зеркало. Так, еще одна спальная кровать. Большой телевизор. Холодильник, правильно, да? Снизу. Мини-бар. Вместительный. Вот достаточно вместительный. А здесь полочка, да, такая. Тумбочка. Так, это у нас шкаф. Вот так он выглядит. Так. Кондиционер обязательно. И санузел. Ребята, душевая кабинка, туалет, рукомойничек. Понятно, что бойлер, чтобы теплая водичка была. Ну и там небольшой такой пейзаж. Можно посмотреть на соседей. Вот такой вот вид с этой стороны. Насколько я понял из того, что мне рассказали, что все номера идут стандарт. Одинаково. Все в одном стиле. Итак, ребята, цена этого номера в июне, июле и августе. Юля, сколько в июне? В июне сейчас четырехместный стоит 600 гривен, в июле 1200, и до августа так она и держится, эта цена. А бывает такое, что скидка идет такая уже существенная в сентябре? Или в сентябре, все-таки... да, уже номер будет стоить около 500-600 гривен номер, и так цена поступает. Ну, это уже с индивидуальным подходом, да, да, клиенту? Да. От количества наверняка дней. Тоже от количества тоже, от 5 дней проживания цена... Угу. Ну, меняется все-таки в любом случае. Ну, в пользу клиента. Ну, да. Так, ребята, есть такая еще информация, оказывается, в ребят дополнительный корпус для отдыха строится, уже идет со своим кафе-баром, правильно? Кафе-бар, детский бассейн с подогревом в холодную погоду. Ну, взрослый это будем бассейн сегодня показывать или в другой раз покажем? Лучше. Там еще недостроено, мы можем показать. Давайте в следующий раз ребята доделают это все до конца, и я вам покажу его еще отдельно. И еще, кстати, 30 метров, да, вот Юля дает информацию, 30 метров от этого комплекса. И я видел, на этой территории еще есть небольшой бар. Да. Из кухни. Сейчас пойдем туда посмотрим, да? Да. Итак, ребята, смотрите, вот такая вот барочная стойка. Все классически и классно смотрится. Также зал вот такой большой. Юль, скажи, я так понимаю, что у вас и кальянчик можно заказать? Или это так чисто для интерьера? Кальяны, конечно. Без проблем, да? Есть, да? А менюшка есть какая-то на этот сезон или ее еще формируете вы? Кальянную еще формируют. Она будет в основном будет на... в Сандалей 2, ага, в втором корпусе. А по алкоголям есть какая-то менюха или тоже по будете? По алкоголю тоже будет в основном. В основном делать, да? Смотрите, я думаю, что явно вы будете писать комментарии по поводу, там, допустим, цены там, на комплексный обед, или же это больше просто служит для того, чтобы человек там что-то себе отдельно приготовил и здесь покушал. Как у вас вообще? Кухни для самостоятельного приготовления у нас нет. У нас есть завтраки, обеды, ужины. Какая примерно цена? Плюс-минус? Завтраки 60, обед 110, ужин 80. То есть человек сюда приходит на бар фактически, вот так, как я сейчас, да, заказывает какое-то там блюдо, да, идет в номер, там ждет звонка или же просто ждет здесь? Нет, у нас завтраки с 8 до 9, сейчас до 2 обеда. То есть по факту? Да, по есть факту детское меню, есть детские порции. Угу. Ну и это все, в принципе, человек заказал и получил, да, сразу же сел и здесь покушал. Да. Я вот так еще покажу его. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал. Пишите комментарии, что вас интересует больше всего посмотреть о Лазурном. А в ближайшее время, я надеюсь, у Юли все быстренько сгруппируется касательно второго корпуса и кафе-бара, который они недавно только сделали и фактически открыли. Но еще немножко нужно делать организационные моменты. Это в любом случае везде так делается. Подготовка какая-то должна быть. И мы поснимаем потом для вас еще дополнительно контент. Всем хорошего настроения. Всем. Самое главное, ребята, что я хотел сказать в данном
обзоре то, что есть своя парковка, и он, видите, там на столбе камера. Она снимает всю территорию этой парковки, поэтому это все в сумму номера входит. И вы же знаете 100%, что вашу машину никто ничего не тронет.